Знаете, тоже очень хороший вопрос. А почему вообще демократия существует? И почему есть страны, в которых демократии нет? Я думаю, что все определяется таким вот, знаете, уровнем предельного давления пара, если можно сказать. Вообще говоря, любой человек врожденно, безотносительно его национальности, религии, культуры и так далее, хочет жить в свободном обществе. Если свободы нет, человек пытается найти какой-то эрзац, какие-то заменители. Вот до тех пор, пока у значительной части людей есть какие-то заменители, ну, например, нет свободы в моей стране, а давай-ка я поеду в чужую. Нет там свободы слова, ну ладно, я не буду высказываться публично, я буду высказываться у себя на кухне, ну и так далее. Вот когда ресурс этих заменителей исчерпан, когда давление пара становится критичным, вот тогда люди начинают требовать настоящей подлинной свободы и демократии. Видимо, в Узбекистане этот порог еще не пройден. Строить прогнозы, когда он будет пройден, не могу. Может быть, через неделю, а может быть, через год.